Привет! Мы начинаем серию Collaborator Tips – знакомство с новым интерфейсом. В этом видео мы познакомимся с меню «Мои задания». Перейдя на страницу «Мои задания», вы видите весь список учебных заданий, которые были вам назначены. Из всего списка можно переходить по категориям согласно итоговому статусу задания. Новые, запланированные, неуспешные, просроченные, выполненные. По списку заданий работает поиск, вы можете найти нужное по названию. Для каждого типа задания есть своя иконка. По ней вы можете определить, что именно вам назначено – тест, опрос, либо учебная программа. Также есть и другие фильтры. Вы можете выбрать задания по статусу выполнения и типу. Например, все свои курсы, которые находятся в статусе «В процессе», а с помощью фильтра по дате начала и дате завершения выбрать все задания, доступные для вас на этой неделе или в текущем месяце. После выбора нужных параметров кликаем на кнопку «Применить», если ошиблись, кнопку «Очистить». С правой стороны находится календарь, даты, на которые назначена какая-либо учебная активность, выделены пометкой. По клику на такой день под календарем открывается весь список запланированных заданий с прямыми ссылками на их прохождение. Перейдем к карточке задания. На ней выводится название, описание задания, период прохождения, если он задан, и результат в процентах. Для того, чтобы начать обучение по заданию, кликаем «Пройти». После чего статус задания меняется на «В процессе». Если вы сами выбрали задание из каталога, то до начала прохождения вы можете сами от него и отказаться. Спасибо за внимание. Больше информации на нашем блоге, а также на портале Саппорта. Все ссылки и информация под видео.